Ragazzi! Пошли, зайчик, пошли! Три, четыре! Ба-ба-ра-ба! Ну, один разочек! Ну, давай!
Так, Вася, мне сказали, что ты... Мирча сказал. Вася в форме не сможет. Что? Мишо? Докажи, Вася, все, с Новым годом. Сашок, ты в этом году... Нет, в этом году ты еще никто. А то, что ты хорошо выступил. Молодец, ты мне понравился. Борис потом получишь. Вот он, моторчик. Сборная, ты здесь будешь главный. У тебя моторчик работает, ты мне нравишься. Ну а переведись на дзюдо. На дзюдо. Точно? Написал? Что сказал тебе все? Сказал, блин, такой талантливый парень. Говорит, если больше, говорит, нас тут $1000 забирают. Все, удачи. А, подожди, подарок. Вот такой наглый. Я, иди сюда. Не, я устал. Какой устал, что рядом, блин? А, нет, потом. Потом. Фотосессия будет. Хорошо, быстренько, ушел. Девчонки, я вас прошу. Девчонки! Ой, блин. Так. Сюда, и ждать, поближе к ним. Девчонки, что вы? Споете, станцуете. Нафиг спокойно. Так что? Дайте девочкам подарок. Ничего, ничего. Ну давайте на золото, это зеленая елочка. Рассорим селочка. О, мальчика, ты знаешь, что молдавская фасоль делает селочка? Или поставь что-то другое? По-молдавской есть там калинки? Ну, слушай, что ты стесняешься? Ой, ты стесняешь? Они все знают, они хотят говорить. Студенты из заочного. Ну, давай. Ради, ой, родилась, черт. Лесо родилось. Зайчик, помогай ты мне, блин. Ну, ты что? Артик, Макс, а камера вот ты? Нет, не видели? Камеру. А зайцы видели? А что зимой есть зайцы? Нет. А, ну что, тебе желаю поехали на турнир, выиграть турнир. Что тяжело, на сборах хорошо бороться. Удачи. И быть чуть-чуть. Так, Маричика, ты доказала, что мы можем быть лучше. В этом году ты хорошо потренировалась. В этот год немножечко побегать, покушать и будет у нас все. Все. Так, ну что? Значит так, каждый... Ярчик, подойди сюда ко мне. Подержи старенького. Каждый должен подойти со мной сфотографироваться. Юрса. Я уже сфотографировался. Нет, каждый один. Ты сфотографировался со мной, но не сфотографировался с Евгением. А он обидится. А мне с ним работать? Да. Маша. Все вместе. Нет, а потом все вместе. Юлечка, быстро сюда. Бегом. О, я нашел, кто жвачки живет. Нет, это рукой больше не буду. Главное, дороже.
хорошо, но то бы я бы... Мне сказали вот это девочкам подарить. Что это такое? Давид, мне тренера сказали девочкам подарить, но я постеснялся. А что это такое? Что? Я знаю, что вы подумали. Мы подумали, как бы бьёшь эту. Мы об этом думали, а вы что думали? Я то же самое, я то же самое подумал. Посидите, просто чуть-чуть посмотри. Эй, Сашка, вот ты так, раз-раз двигайся, чтобы он лицом, задницей, чтобы... Не, просто там записывается. Посмотри, там еще есть? Если этот, вот, здесь должно быть минута 30. Ну, что время? Слышь, а ну давай снимай. Снимай. Ты за подарок получить мне дома какой-то честный. Мальчики, мне кажется, как холодно. Лучше вам на чучело. Смотрите, чтобы не простыли. Снимай. Все, снимай. Все, снимай. Все, снимай. Все, снимай.